Участвовать в конкурсе сувениров могут все желающие – мастера декоративно-прикладного искусства, художники и дизайнеры, студенты, индивидуальные предприниматели и даже фирмы. Главная цель, которую преследуют организаторы – это создание серии разного рода аксессуаров и украшений с товарным брендом Карагандинской области. Организаторы отмечают, конкурсным работам они не будут предъявлять слишком серьезные требования, но все подделки должны иметь тематическую связь с Экспо-2017, либо отражать казахстанский колорит. Кроме того, сувениры должны быть оригинальными и одновременно такими, чтобы их можно было легко растиражировать. В выборе материала и в технике исполнения организаторы никого из участников ограничивать не намерены. Все будет зависеть от фантазии самих мастеров. Оценивать работы организаторы намерены по более чем 10 номинациям. Для победителей в каждой номинации предусмотрен денежный приз в размере 100 тысяч тенге и возможность предоставить свои подделки на Экспо-2017. Заявки на конкурс принимаются до 18 марта в офисе общественного объединения «Шибер», расположенного на первом этаже здания партии «Нур-Отан».